Меня зовут Рафимов Иван. Я живу в городе Бишкек в Кыргызстане. Учусь в 6 классе в школе святого князя Владимира. Иваном меня назвали в честь моих двух дедушек. Они участвовали в Великой Отечественной войне. Один из моих дедушек воевал на Волховском фронте и был защитником Ленинграда. Сегодня я прочитаю стихотворение «Ленинградец» Сергея Сухонина. Сегодня не бомбили. И с ласкового неба вдруг музыкой упала тишина. Да только не согреться. И нет ни крошки хлеба. Блокада. Бесконечная зима. Карандаша огрызок я вынул из подушки. Он в печке чудом не сгорел. И на листке последнем рисую я осьмушку. Нет, пол буханки хлеба. Уж очень есть хотел. Хотя, наверное, мог бы и целую буханку нарисовать украдкой. Но страх меня берет. Куда мне первоклашки с гранатой под танки? А значит, иждивенец я. А значит, лишний рот. А хлеб-то получился почти как настоящий. Я даже запах чую. С морозом пополам нет ничего вкуснее. И ничего нет слаще, чем он, ржаной, промерзший, кусок на 20 грамм. А что же я любуюсь один таким богатством? Сестренку и мамой разделим мой обед. Я в валенках, шатаясь, иду к большой кровати, по голому бетону, где раньше был паркет. А на кровати этой, под рваным одеялом, они спят крепко-крепко. Уже 4 дня я прислонился к спинке и хлебную бумагу делю на маму с Катькой, а также на меня. Все поровну, все честно. Я на кровать их доли, законные их доли, тихонько положил. Но мама ведь большая, и ей бы дать поболе. А маленькая Катька совсем лишилась сил. И треть свою помешков я снова разрываю, хоть мне это и душу бередит. Потом к ним забираюсь и долго засыпаю, боясь пошевелиться и Катьку разбудить.